can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on the night. Расскажи, какие у тебя впечатления от поездки? Как что ты? Они еще не закончились, да? Вот сейчас впечатлений больше. Не скажешь, да? Я. Юля, ты что скажешь? Я влюблена. Влюблена? Влюблена, и я поменяла мнение об Азербайджане в целом. Полностью это все подтверждаю, мне тоже очень понравилось. Очень круто, всем советую. Намного дешевле, чем Европа. Очень вкусно. Средняя цена блюда где-то рублей 300 в дорогом ресторане. Секундочку. Вот. Очень солидное заведение, очень чистые улицы, красивые. Так что приезжайте в Азербайджан, мы вам советуем. Очень приветливые люди, которые всегда помогут. Да. Проводят. К нам подошли человек 5, просто помогали, как бы. Чтобы смотреть. Да, чтобы смотреть, куда сходить. Не довезти нас до аэропорта. Чужой мужчина, да, в самолете просто предложил нас довезти бесплатно. Круто. Это круто. И только, мне кажется, в Азербайджане вы можете посетить самый крутой высокий ресторан, ну, за приемлемую цену, мне кажется.